Лента LOKT840, замена Elmicatex. Лента слюдяная, пропитанная для высокотемпературных кабелей, представляет собой композицию, состоящую из слюдяной бумаги, стеклоткани и пропитанной кремнеорганическим связующим. Предназначена для создания диэлектрического барьера между отдельными проводниками в условиях пожара или действия высоких температур до 840 градусов, в кабельных изделиях, в том числе для атомной энергетики, соответствующих по показателям международного стандарта MEC-331. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.